Блок с огоньком. Друзья, всем привет! Это видеоблог «Сварщица Екатерина». Меня зовут Сергей Митрофанов. Это рубрика «Рецепты». Сегодня будем заваривать нашу линейку кофе из Бразилии. Это самый яркий, самый просто фруктовая бомба. Это, я не знаю, как еще это описать. Это Brasilio Benicio 3. Будем заваривать этот кофе в аэропрессе. Видео про Benicio 2, кстати говоря, можете посмотреть на нашем канале. Ссылочка вот здесь. Это первый ролик на нашем канале. Представляете, друзья, именно первый ролик был посвящен Benicio 2. Все, хватит про Benicio, давайте уже приступаем к завариванию. Нам понадобится 16,5 граммов кофе. Завешиваем. Помол на кофемолке Mount Koenig Танзания 5. Ссылка в описании, друзья, на таблицу соотношения помолов, где вы можете подобрать удобный для вас, для вашей кофемолки помол. Таблица постоянно пополняется, поэтому смотрите, изучайте, пользуйтесь на здоровье. Два фильтра для аэропресса, я их заранее смочил. Метод будет перевернутый. Температура воды 90 градусов и объем воды 215 миллилитров. Заливаем сразу же весь объем. И мешаем до минуты. Интенсивно перемешиваем до 1 минуты. В минуту закрываем крышку с фильтрами, аккуратно переворачиваем и выдавливаем очень плавно до 1 минуты 45 секунд. Не нужно прикладывать очень больших усилий, то есть можно просто, например, положить руки на поршень и под весом ваших рук он будет очень плавно, спокойно выдавливаться, то есть не нужно напирать всем весом, всем телом. Такое плавное выдавливание позволит добиться нам очень чистого вкуса, что не всегда характерно для кофе в аэропрессе. Итак, минута 45, идеально. Мы слышим легкий пшик. Это значит, экстракция подошла к концу. Переворачиваем аэропресс, наслаждаемся напитком. Аромат, друзья, сумасшедший. Не зря на пачке написано «Ярче солнышко, как в первый раз». Первый раз это говорит о том, что мы уже вводили, у нас уже был кофе от Benicio, Benicio номер один. Именно с этого кофе начался путь Виолетты к победе на чемпионате России по завариванию черного кофе в 2019 году. Это был очень яркий, интенсивный, сладкий кофе. Это мы же видим и здесь. Кофе очень яркий, очень интенсивный, с таким очень богатым фруктовым букетом. Много тропических фруктов, яркая такая искристая кислотность, маракуйя, тамаринт, ноты консервированного ананаса, послевкусие такого, знаете, очень приятного алкоголя, шоколад, ноты малины. В общем, в этом кофе можно найти просто все, что ваша душа пожелает, можно найти в этом кофе. То есть очень яркий, очень интенсивный кофе. И если не говорить, что это кофе из Бразилии, вы можете подумать, что это какая-нибудь гейша из Панамы или какой-нибудь яркий эксперимент из Коста-Рики. То есть это не Бразилия, друзья. Еще раз про рецепт. Нам понадобится 16,5 граммов кофе, 215 грамм воды, температура воды 90 градусов. Заливаем весь объем. Перемешиваем до минуты и выдавливаем до минуты 45, после чего наслаждаемся напитком. С вами был Сергей Митрофанов, рубрика «Рецепты», блог «Сварщицы». Увидимся, пока! Ой, да, очень яркий.